Итак, всем привет, с вами Сталс. Сегодня мы продолжаем проходить Ведьмака. Сейчас будем уничтожать Дагона. Прям буквально подряд серию, серия прям подряд идет. Так что из-за этого вот вы видите, что я еще не ночь. Я еще не в ночи. Меня еще видно. И да, немножко подождать нужно, но ничего. 20 секунд прошло всего. Ну, а теперь, Дагон, я иду к тебе. О. Блин. Альвин, ты что тут вообще забыл? Не, ну ты даешь, Альвин. Вот это я не одобряю, если честно. Так, ну должно же нормально. Прямо вот сразу же я буду тратить свои хп. Так, уже один погиб, что ли? Так, я не понимаю, вот. Так, ну все, с останками хорошо, все. Я не знаю, зачем мне их сухожилия, но пусть будет. Это сухожилия, да? Да, сухожилия. И куда-то третий отлететь успел, ну ладно. Так, мне нужно... так, мне нужно идти куда? Правильно. Неправильно. А, ну да, точно, она где-то здесь, просто ее не видно. Кто-то звал на помощь или не поставить? Что это может быть? А, та девчонка? А, ну она убежала, и я сразу все понял. Что я подобрал сейчас, я не знаю. Ну и ладно. Так, давайте сейчас заберем немножечко прям вот раз такой. Заранее. Даже если ничего не будет, ну, зато знаем, что ничего не произойдет. Точи, точи свою пику, можно сказать. Ну, погнали. Вот небольшое это восстановление должно же быть. Так, а это что тут забыл вообще? Ну ладно. Не понимаю. Так, стоям, чё? Рубин, круги на воде. Я должен принести рубин владычице озера в жертву на алтаре Дагона на отмеле. Ну? Подожди, что? Мне нужно взять каплю ее крови, заключенную в рубин, и принести в жертву на алтаре, Дагона на отмеле. Какой алтарь Дагона? Подожди, это не алтарь Дагона. Кого? Подожди, стой. Не там. Я-то думаю, что за хня. Понимаем. Не одобряем, но понимаем. Алтарь Дагона. Все, я вспомнил. Вот это... Все хорошо, сейчас. Сейчас все будет. Сейчас все устроим. Настолько все идеально сейчас будет, что вы не представляете, насколько все будет идеально. Вот, отмель. Ой. Блин, подожди. Обжди. Еще раз. Мне нужно принести-ка... Подожди. У меня есть... Он мне даст хороший меч, если я приведу туда корову. Да? Да. А если я его убью, когда у меня не будет коровы, то тогда все будет нормально? Я не понимаю сейчас. Вот сейчас мне нужно брать у него задание насчет коровы или нет? Ну и ладно. Да, там, меч мечом, у меня есть... У меня хорошие мечи, мне надо... Мне хорошо, мне без разницы, мне не хочу идти ночью. Там слишком виверн много, не хочу с ними иметь вообще ничего общего и вообще дело вообще не там. Так, хорошо. Мне до утра, пожалуйста. Спасибо. Я думал, немножко промахнулся с... С алтарем чуть-чуть, прям вот чуть-чуть.
Ну, вся же загвоздка заключается в том, что все то, что он сказал наш... Спасибо. То, что он сказал это... То, что мне нужно обязательно принести корову, вот в этом загвоздка вся и заключается. Но цель одна, общая. Это уничтожить... Ну, блин, ну зачем вы тут вообще есть? Ну, хотя тут никого. Хотя с ними тоже... Хотя с ними стоит разобраться. Интересно, а тебя здесь раньше не было, друг? Я не хочу, чтобы разговаривать. Алтарь. Так. Я не сохранился, дурачок. Ну ладно. Смерть так смерть, чё. Ну плыви сюда давай. А чё их так много? Я не хочу. Мне срочно нужна помощь. Почему ты взял меч? Что? Он поменял мечами... О, местами меч? Его хилить же будут, так нечестно. Не, ну вот, я же говорю, он не тот меч. А, нет, не будут. Или будут? Ладно. Подожди. Какое отражение удара? Тать, подожди, меня до тех пор... Что? Бонус носится больше, чем тебе. Ну и хилит он. Да хватит, ты чего? Какое отражение удара? Хватит. Ну вот что это? Может, ты прекратишь эту херню сейчас говорить? Надо меня допугать. А, то есть мне в любом случае с ними драться. Ну тогда здравствуй. Так, понимаем. Не одобряем, но понимаем. Ему вообще что без разницы? Я не могу его бить. То есть для этого мне сейчас и нужны вот эти его подопечные. Почему ты не бьешь? Отойди. Ну отойди ты подальше тогда, чё? Чё за хня? Что происходит? Скажите нам, пожалуйста. Я не сохранился, я не понимаю. Уйдите! Не особо сейчас понятно. Я переключил. Я на другого переключил. Может ты... Вот что? Что происходит? Вот что не так? Что не так? Вот. Что не так? В чем твоя проблема, Геральт? Геральт, в чем твоя проблема, скажи мне? Давай возьмем другую. Ладно. Вот предположим, что этим мечом ты не хочешь. Этим. Нет. Ну, так, стоять. Возьмем молот. Почему бы и нет? Не тот, не тот. Как мне взять другой меч? Чего-то не понял. Не то. ОП, я что-то позабыл. Ну вот. Серьезно? А ты того вообще бьешь? А его бьет? Да, его бьет хорошо. Ну, понимаю. Как урона не нашел совсем.
Короче, я не понял. Вообще ничего. Так что... Так, давайте-ка мне... Чтобы я мог выпить... Кстати, можно поп... А, я убрал ту руну, да? Давайте тогда съедим что-то. Двигайся, спасибо. Я не особо понимаю, что мне нужно. Ну вот, что это? Концентрат. Его не трогай. Блять, что за... Сейчас его как минимум должны 3 раза утронуть. Хорошо, попробуем знаком. На всех, пожалуйста. Да ну, ты что делаешь? А, понял, какой меч. Так вот, о чем он говорил. Понял. Я понял, про что он говорил. Хорошо. Я смогу вообще-то тогда взаимодействовать потом. Ладно. Берем топорик и... Так, не понял. И немножко не то уже. Вот опять взял. Возьми нормально что-нибудь. Дурачок что-нибудь. Следующий. Ну, а другой дело. Будем сражаться таким образом. Хорошо. Тебе больно, нет? Тебе вообще насрать, да? Ты сука. Ну, попу вообще. Так, знак Игни. Понял. Так. Факел мне еще тебя напить. Вообще. Ну, здесь вода. И берем меч. Отражение. И мужчину. Типа. Хорошо. Ай, придется нести жертву в этом. Хорошо. Берег озера, берег озера, берег озера. Ой. Стоп, где я сейчас, куда я сейчас загрузился? Куда я загрузился, скажите мне, пожалуйста. На какой берег озера? Это когда? Когда? У меня 3 сохранения на берегу озера. Так, давайте тогда последний берег озера, последний, нет. Ну да, да. Что? Ну, 2 минуты разницы, я что-то за эти 2 минуты могу сделать? Инвентарь, если у меня сейчас пустой, то все нормально. Так, ну, ладно, давайте загрузим на всякий случай. Последнее. Ну, все равно на берегу озера. Так, мне дадут какой-то хороший меч. А, сука. Я, блядь. Окейушки. Ну, минус корова, чё. Монета, чё. Корова не моя. Плюс она какая-то... Не знаю, на каких она соревнов... в каких она соревнованиях участвовала. Просто здесь нигде нету никаких соревнований, как я вижу. А, давайте еще раз прослушаем его. Я взял глубоко под водой, глубоко, глубоко, мы чтить владычица, но не все ее любить, много кто бросать владычица, идти к догон, а не убивать люди, я просить... Понятно. Ты идти до деревни красть жирные корова, ты ее резать, догон выходить. Ты его не любить, я тебя наградить, хороший дать тебе меч.
Ты хочешь, чтобы я привел сюда корову и с ее помощью выманил Дагона? Ты не любить корова, чемпионка, много крови на алтарь. Дагон, выходите из воды. Я должен прирезать ее на алтаре. Ты думать лучше приносить жертву человека? Ура, голова льва, жестокий ты быть. Хорошо, я приведу сюда корову и убью Дагона. Мы говорим. Ни разу в жизни не крал коров. Я даже не представляю, как ее поймать. Ты, брат, изюм и орехи. Жирный, большой корова, любить их. Изюм и орехи? Эти кметы совсем с ума посходили. Сейчас я ничего не особо... Ну, как бы, изюм, орехи... Так, что там они сказали? Овощи и фрукты, да? Ну, как бы, что? Так, хорошо. Жрец Водяной хочет, чтобы я убил Дагона. Чтобы призвать его, мне придется убить любимую корову жителей деревни. Не думаю, что это пройдет на пользу отношений между людьми и водяными. Я должен пойти в деревню и забрать корову, говорю. Так, я должен найти... Ну, как бы... Зачем? Ну, окей, предположим, я согласился на то, что я буду сейчас убивать корову, приносить корову в жертву, вот, правильно так сказать. Предположим, но у меня нету ни орехов, ни хотя вроде есть что-то там было. Что-то вроде есть, кроме, я не думаю, что она любит малину. Но если она ест малину, то это необычная корова достаточно, прямо. Понял. Да. Я вас понял, короче. Мне, да. Мне непонятен. Непонятна ветка развития событий сейчас. Почему я могу. Сейчас. Сейчас я позову. Возьму с собой корову. Позову ее с собой. Да? Да. Он хочет, чтобы я привел эту корову на алтарь, который я не знаю. Если на тот большой, там, где большая статуя, то окей. Хорошо. Без всяких на то сожалений я туда пойду. Чтобы взять меч, чтобы убить Дагона. Но, если произойдет так, то что мне придется вести эту корову туда, на тот алтарь, на отмели, я не понимаю смысла тогда. У меня уже есть, чем приманить. Так. Сначала мне нужно в таверну, чтобы посмотреть, есть у меня вообще сухофрукты или нет. А если их у меня нету, то нужно как-то выкручиваться. А орехов у меня точно уж нету. Хотя, вроде бы, может быть, возможно, где-то завалялись они где-нибудь там в глубине, где-то в самом верху там этого инвентаря хранилища. Все возможно, но нет. Ну, тут у меня ничего, да? Да ну почему ты обходишь? Да? А-ха-ха. Ну, предположим, что она любит винограда. Клубника. Ну, почти сухофрукт. Ладно, почти.
ты что такое, нет. Споры точно. Ну, возьмем тебя, ладно. Ну все. Это точно не орехи. Не-не-не-не-не. Это тоже точно не орехи, это глаз чей-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Это будет очень трудно. Так, спокойно. Не здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Не к добру это. Вот это точно не к добру. Приносить корову в жертву, это точно не к добру. И еще, скорее всего, это придется делать ночью. Прям в глубокую темень. Хотя как я ее перевезу на лодке? Сохранюсь я прям здесь вот. Сейчас перед коровой. Так, спокойно, кодировщик. Нет, не кодировщик. Я удивлен. А, нет, кодировщик, ладно. Так, сейчас появится. Не к добру это. Это точно. Он нашел маленькую коробочку со свитками бумажными. Здравствуйте. Здравствуйте, корова Му. Правильно. Идешь за мной? Понимаю. Это сухенько и кисленько, так что. Сука. Ну, найдем мы сейчас тебе что-нибудь. Корень мандрагоры. Так, а попробуй его не съесть. Сука. Хлебушка будет. Что? Корова любит фрукты и орешки. Ну, фрукты. Что тебе не нравится? Чем тебе не нравится ягод? Я тебе сейчас... Да? Погнали. Может, пойдешь со мной, нет? Ты чё? Ну на! Сука. Так, хорошо, ищем бочки. Заперто, понимаю. Бочка, бочка, сухофрукт. Деньги. А, это тоже неплохо. Ой, пекарь, 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 пекарь. У тебя должен быть изюм, я уверен в этом. Булочки. Нет. 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 Мне нужно побольше изюма и сухофруктов. Где мне их взять? Сука. Да. А что мне? Ай, чё? Давайте в дом Алины. Удиви меня чем-нибудь сухофруктом. Ебой. Погнали. Надеюсь, одного хватит. Если не хватит, ну... Ну все. Ну тогда все. Позор! Тогда когда мне не получается зайти? Да. Ты стареешь, бабуля. Ну что, здравствуй. Хорошая коровка. Иди к Геральту. Ну давай, красотка.
Не, хуйня. Вообще херня полная. Уйди, не трогай. Все, я сохранился, иди нахер. Игра? Не одобряю такого. Сразу тогда на берег озера. Бессмысленная херня. Чем его убивать? Чем, сука, его можно убить? Владычица озера, дай мне, пожалуйста, то, что ты мне хотела дать. Где она там, понять? Надо сохраниться там. А. Привет. Так. Вы... Тут заходи, скажите. Ну, как бы, я что-то не вижу, чтобы хоть кого-то сейчас заделать, кроме, кроме того основного, которого я бил. Сухожилие брать не буду. Там кто-то сверху, да, должен пойти, нет? Ну ладно. Не подходи ко мне. Ах ты. Один удар, и так можно, да? О, другое дело. Он себя, конечно же, подхилит. А, ну если вот так вот, то ладно, то мне это нравится. Так, не туда иду. Так, опять сохранился, убил всех, опыта немножко заполучил. Идем к владычице и задаем ей нескромный вопрос. Как, блядь, его убить? Вот именно вот так, в такой манере, вот насколько возможно. Вот именно так и говорить. Как? Сука, как? Он бессмертный кусок, кусок рыбы. Там, ну, большой бессмертный кусок рыбы. Топором не вариант. Совсем не вариант. Ты должен был убить... Я должен был убить Дагона. Именно. Отправляйся к алтарю и вызови Дагона на бой. Как раз этим я и занимаюсь. Ты... Мать, может, это, ну, как бы, дай мне что-нибудь, чтобы его убить, потому что мои мечи его точно не берут, вообще никак. То есть, бью его мечами, ему похуй. Окей, если сейчас ничего не получится, то без записи я там это попробую, да? Потому что ненормально, я думаю, это ненормально. Так, давай-ка я поговорю с, то есть, с тобой. Может, пожалуйста. Может, я не тут алтарь выбрал, а? Как его можно... Не одинаковые. F5. Прямо здесь. А? Ну, если меч взял, ладно. Куда ты? Сила. Таким образом. Для кого? Определить, как тебе убить. Я его не задеваю, кого? Друзья. Можно мне, пожалуйста, нормально объяснить, как... Что мне делать? Понимаю. Не одобряю.
Как я там в тот раз уместил с КП? Это баг был какой-то? Может, вас надо убивать? Все возможно. Можешь, пожалуйста, перелететь вообще? А, тебя понял тогда. Ну, я понял, в чем проблема заключается во всей миссии. Хорошо. Давай, прямо во время. Да, отойди. Спасибо. Раз. Блин. Сейчас обидно. Отходим. Минус. Куда же без второго? Ну, блин. Не получилось. Со вторым неудобно. Первый. Второй. Я не получил. Так, а вот сейчас не особо понял. Так, а вот сейчас не понял. Слово совсем. Да, еще. А, то есть у тебя замедлилась потеря ХП. Хорошо. Я запомнил. Вот таким вот образом. Так, затем мне нужно бы что-нибудь на восстановление ХП. Ну да, у него немножко замедлилась потеря. Отходим. Так. Вот образом. Первый. А не надо, зачем ты его перепрыгнул? Пожалуйста, спасибо. Ну давай, ударь. Ударь. Ты... Ну вот какой он дебил. Вот сейчас он такую херню затворил. Окей. А. Значит, мне нужно только одним ударом. Хорошо. Ну кого ты? Предположим, что я ничего не... Да и вы тоже предположите, что ничего не было. Да и ничего и не было, правда? 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 Конечно. Еще один. Нет, тут не получается, понимаю. Так. Хорошо. Тогда ждем пополнения энергии. Так вот. Понял. Я не понимаю сейчас. Так, ну он хилит. Это нечестно. Совсем нечестно. Совершенно. Ладно. А что ты сказал?
лучше бы не двигаться. Так, спокойно. Понимаете, дурачок, ну ладно. Надо было, кстати, все-таки забрать задание, ну ладно. Я бы, скорее всего, получил тот меч, ну ладно. Ну, как говорится, дело сделано, но уже как бы да. Не хочу. Хотя, может, потом перепройду, если так получится. Будет удобно, и меч получу, я бы получу. Хотя, ладно. Хочу я перепроходить это, опять мучиться, и скорее всего это будет в несколько раз хуже, чем вот эти две попытки, потому что бывает такое, вот просто бывает. Здравствуйте. Да? Я убил Дагона. Спасибо, Геральт. В благодарность я приподниму завесу тумана и позволю тебе вспомнить кое-что из твоих прошлых способностей. Закрой глаза, поддайся моей силе, и на минуту спадет пелена, и ты вспомнишь какие-то из своих старых умений. Благодарю, госпожа. Используй мой подарок с умом. Госпожа, похоже, в темноводье нуждались в моей помощи. Это правда, поэтому тебя привело сюда предназначение. Мы должны поговорить. Естественно. Я богиня. Ты — меч предназначения. Смерть уже много лет идет за тобой по пятам. Возможно. У меня есть для тебя дар. Дар владычицы озера. Он поможет тебе исполнить свое предназначение. Что это за дар? На колени! Геральт из Ривии. Ты прошел долгий и опасный путь. Ты проявил храбрость и доброту. Я произвожу тебя в рыцари. Без страха встречай своих врагов. Защищай слабых. Не лги даже под угрозой смерти. Вот твоя клятва. Я посвящаю тебя в рыцари. Белый волк, впереди у тебя долгий путь. Я вижу смерть и кровь. Я вижу снежную бурю. Прими меч в знак моей симпатии. Это был меч великого воина. Он века лежал в глубинах, ожидая тебя. Госпожа. Что ведьмак не важно. Спасибо, госпожа. Иди, белый волк, сделай, что должен. Да сбудется твоя судьба. Это было немножко странно, то, что диалог не проговорился. Кого? Ты что ли? Интересно, спасибо. Я получил великолепный меч. Мне нравится, и можно закончить на этом серии. Мне нравится, мне прям нравится. Логика. Итак, всем пока, с вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии. И всем пока.